настигла смерть неотвратима, и поглотили клубы дыма, не разбирая всех подряд, мужчин и женщин, и ребят. Остановись, не проходи, предними голову склони. Прошу почтить память погибших минутой молчания. Погибли сотни ни в чем не повинных людей, в том числе около 200 мальчишек и девчонок, учеников школы номер 1 города Беслана. Мы возвели в ранг традиции, пусть и печальной традиции, собираться здесь, на этой площади, у этого поклонного креста, чтобы помянуть всех тех, кто не дожил, не долюбил, не сделал то, что хотел сделать. Плачут и горы, и реки, и лес, кровь на букетах из белых роз, и надо всеми распятый Христос. Мама, очень хочется пить. Мама, очень хочется жить. Мама, затихают детей голоса. И только сильная нация духовно и физически может бороться, объединившись все вместе. И только тогда террористы будут чего-то бояться. Будут бояться нас, которые могут в любой момент объединиться против страшного-страшного зла. Поэтому, уважаемые ребята, мир в наших руках. Давайте сделаем все для того, чтобы наши дети, ваши будущие дети, жили в мирной стране. И мы не боялись за то, что будет завтра.